Доброго времени суток, дорогие зрители этого видео. С вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. И сегодня мы с вами обсудим несколько новинок действующего периода. Итак, первые новинки, которые бы мне вам хотелось показать, это уже продолжение, это новинки 2. Вот, это такие вот, как вам даже сказать, ароматы, конструкторы, которые можно самостоятельно самим делать, да, то есть сирень, бергамот и мускус у меня уже были, да, уже были, то есть вы можете наслаивать их друг на друга, и у вас будут получаться каждый день новые ароматы всего лишь из 3 флаконов. И вот сейчас еще появилось 3 флакона. Это аква, очень такой нежный, приятный, такой с какой-то толикой, я бы так сказала, морского аромата, привкуса. Очень-очень такой нежный, ласковый, ласковее, наверное, чем морской бриз. Да, вот что-то такое вот вообще невесомое. Далее, значит, появилась ваниль. Ваниль, она прям такая сладкая, насыщенная, бьющая в нос. Очень сладкая, прям такая водичка насыщенная. Вот, и далее это apple. Apple — это яблочко. Оно идет такое, как красное яблоко, кислое яблоко, совсем не зеленое, я бы вот так его писала. То есть, но оно идет с какой-то долей такой, доля кислинки тут, конечно, есть, яблочко есть, и как бы такой аромат классных красных таких яблок, спелых, с кислиночкой немножко, да, то есть такие вот 3 ароматика. Ну что ж, ароматы я уже понаслаивала друг на друга. Больше всего мне, конечно, понравилось яблоко вот с этим ароматом и с бергамотом. То есть вот эти 3 вместе, они просто прекрасны для меня лично, да. Вот, но далее буду все равно пользоваться. Честно скажу, особо за поездку я не увлекалась, да, все вы знаете, мы сначала ездили в Доминикану от компании, а потом мы ездили в Беларусь, потом мы ездили в Казань, и как-то вот как раз эти новинки вышли тогда, когда у нас началась череда поездок. Я особо не успела их вот протестировать, весь день с ними проходить и так далее, и так далее. Поэтому экспериментировать я еще буду очень-очень долго. Всякие, да, можно, считайте, можно создать, да, сейчас 6 ароматов, да, и, конечно же, это бесконечное множество ароматов вы можете создавать сами и чувствовать, как они на вас сидят, как вы их ощущаете, нравятся ли они вам и так далее, и так далее. Поэтому желаю вам удачи в конструкторах, кто их заказывает, я думаю, очень-очень все довольны. Потому что это на самом деле очень оригинальная идея от компании Фаберлик. Вот такие вот конструкторы, которые можно носить или самостоятельно, или наслаивать друг на друга в течение дня. И они сочетаются друг между другом. Ну, это вообще как бы здорово. Да, напомню, что фиолетовый — это сирень, сирень, прям сирень. А зелененький — это бергамот. Желтенький, бледно-желтый — это мускус. Это у нас голубой аква идет, насыщенный желтый — это ваниль, и светло-розовый — это яблоко, красное яблоко. Вот такие вот шикарненькие такие ароматики, которые вы можете сами для себя выбирать. Но я, конечно, очень-очень в восторге именно от этой идеи. Далее хочется мне вам показать такую вот новинку, лосьон после бритья. Муж им раз попользовался, сказал: нормально, чё? И все. В общем, больше он мне ничего не сказал. От себя хочу сказать, что он жиденький, беленький. А аромат у него такой, больше такой мужской, горьковатый, сильный, смелый. Сейчас даже вот, видите, он такой, он не густой, он жидкий. Сейчас я вам покажу. Да, вот видите, он потек. Да, то есть он не такой уж и... Впитывается легко, быстро. Вот у меня в руку он мгновенно впитался, да, когда я его первый раз тестировала. Ну, явная такая свежая, сладкая горчинка. Свежести практически нет. Горчинка ярко выражается из этого аромата. Аромат мне очень приятен. Очень приятен, но я бы что-то бы более свежее. Вот, допустим, гель для душа этой марки мне
просто безумно понравился. А вот тут аромат, вот эта вот горчинка, которая она преобладает, я считаю ее лишней. Но сам по себе аромат приятен. Да, далее. Вот такая вот находка. Это бьюти-бальзам для любого типа волос. Я его уже нанесла на волосы. 11 эффектов за одно применение. А ранее я, значит, пользовалась вот таким вот DD-спреем ухода. Прошу прощения, она уже практически у меня закончилась. Целую я не нашла. И тут был целый спектр, что он делает. Да? То есть он тут даже при 220 градусах защищал наши волосы при сушке от фена, от плойки и так далее, и так далее. Да? Вот такой вот DD-спрей, на который можно было, как вам даже сказать, сделать какую-либо прическу на бигуди, и волосы держались весь день. Вот это бальзам для любого типа волос, чем-то мне его напоминает. Артикул 8848, 50 миллилитров, он такой вот густой. Да, вот смотрите, такой густой. Питает волосы очень хорошо. Запах у него, знаете, как вот у этого же вот шампуня. Что он делает? Он восстанавливает по всей длине волосы, активно питает, увлажняет. Да, роскошный блеск, честно, не заметила роскошного блеска. Термозащита, вот еще не пробовала, просто на влажные волосы его нанесла. Мягкость, да, гладкость волос, да, гладкие такие приятные волосики, ухоженные. Антиэстетический эффект, вот не знаю, еще пока ни с какой курточкой ничего не носила. Легкое расчесывание, укладка. Вот расчесывание, да, укладку пока не пробовала. А далее, значит, контроль над сечением, да. То есть вот такой вот он, да. То есть термозащита тут тоже есть, но не написано от скольки градусов. 220, не 220. Но если этот бальзам мне и в будущем понравится, я попробую с ним сделать укладку, еще что-то, то, вы знаете, закончится он у меня быстро, я закажу новый. Да, то есть вот так вот. Способ применения у него: нанесите небольшое количество бальзама на вымытые подсушенные полотенцем волосы, равномерно распределите по всей длине волос, не смывайте. Подходит для ежедневного применения. Ну, то есть волосы немножко подсушили, да, напшикали на руку, размазали по голове и расчесали расческой. Вот и все. Вот и все применение. Артикул 8848. Хочу сказать, что первое впечатление, сегодня я его только нанесла на себя, первое впечатление отличнейшее, волосы расчесываются хорошо, то есть все в порядке с ним, вещь классная, как термозащита. Вот я не знаю, как он будет срабатывать, я вот к этому DD-спрею как раз таки и привыкла, что я с ним делаю укладки всегда, и у меня как бы тюбик за тюбиком уходит, потому что укладки я делаю часто. Следующая компания Faberlic порадовала нас такой новинкой, как роскошный крем для шеи, декольте. Я его уже попробовала нанести утром. Честно скажу, вещь классная, шикарная. Он уже у меня вскрытый, да, то есть тут идет, так вот нажимаете, да, и отсюда выдвигает, ну, как бы, белая такая жидкость. Внутри он тоже очень интересно устроен. Давайте я его вам скрою. Вот такой вот кремчик. Очень-очень вкусно пахнет, то есть, ну, в общем, нареканий нету. Также питает хорошо, все здорово. Мне понравилось с первого применения. Попробуйте, понравится ли вам. Артикул 0319. Способ применения: наносить утром и вечером легкими массирующими движениями по массажным линиям от зоны декольте к подбородку. То есть снизу вверх мы наносим. Вот. С первого применения, что могу сказать, кожа просто стала свежее, мягче, но больше пока ничего. Вот, значит, крем разработан специально для тонкой кожи шеи и области декольте, возвращает коже упругость и гладкость. Вот будем теперь тестировать. Если я его закажу второй раз, вы это увидите в моих обзорах и поймете, что он мне очень нравится. Я обязательно говорю то, что я заказываю второй, третий, четвертый раз. Я обязательно делаю на этом акцент.
Вот, значит, пептидный комплекс предотвращает увядание и борется с признаками ослабления тканей кожи, сокращает видимые морщины от основания шеи до подбородка. Масло макадамии питает кожу, придает мягкость и эластичность. Новафтем О2, уникальный кислородный комплекс, доставляет кислород в глубокие слои кожи, стимулирует локальную микроциркуляцию и усиливает действие всех активных добавок. То есть вот такая вот классная вещица. Кому интересен, вот, пожалуйста, состав, можете сфокусировать, поставить на паузу, почитать. Вот, буду пользоваться обязательно. Ну, у меня уже такое чувство после первого применения, что я его еще раз закажу. И как минимум еще раз 5, наверное, закажу, если еще какую-нибудь круче новинку компания Faberlic не придумает. В последнее время Faberlic просто жжет. А новинок огромное количество. И, конечно же, у нас с вами появляется новая серия 0+. Эту серию очень давно ждали все, потому что очень часто все спрашивали, почему у нас нет большой упаковки салфеток, да, чтобы ребеночку там после памперса, чтобы переодеть, я могла протереть, там еще что-то. Вот, пожалуйста, новая серия, скорее всего, не за горами и памперсы. Но мне кажется, что компания Faberlic плохо делать не умеет, и памперсы будут просто дорогими и крутыми. Но это мое предположение, будем надеяться, что все-таки они будут нормальными. Не говорят, конечно, что они появятся, но раз появилась серия 0+, не мудрено представить, что компания Faberlic и памперсы уже скоро будут выпускать, что, в принципе, тоже очень приятно. Итак, первое, это идут влажные салфетки, они непростые, идут с экстрактом календулы, пантенолом, витамином Е. Ну что ж, одну штучку я достала, ручки протерла, ощущения отличные, больше ничего сказать не могу, хорошо очищают. Артикул 1650. Один запаха у них практически нет никакого, нежная какая-то кислинка. И теперь обратите внимание на то, что они подходят для малышей с первых дней жизни, безопасны для чувствительной кожи, не содержит спирта, эффективно очищает кожу, обладает успокаивающим действием на кожу. Вот, значит, именно эти салфеточки как бы 0+, ну, я считаю, что и для всей семьи, да, то есть гипоаллергенно. Вот. И такая же вот большая упаковочка. Мамы очень часто такие салфетки просят. Пожалуйста, 50 штук. Артикул 1650. Тоже приятный такой свежий ароматик с кислинкой. Еле-еле. Прям вот вы знаете, специально, если эти салфетки вот так пачку не вскрыть и прям не нюхать сразу из пачки, то вот от одной салфетки навряд ли вы увидите, услышите, вернее, запах. Ну, салфеточки такие. Не скажу, что маленькие, очень хорошо пропитанные, как вы видите, сразу кожа сырая, да, пропитанные, увлажненные, пахнут обычной такой еле уловимой сладкой свежестью, что ли, но вот эта сладость, она ее практически незаметна, такие вот хорошие салфеточки. Далее, ну, в общем, рада, очень рада. Довольна, что у нас появляется серия для грудничков, для мам беременных, да, вот видели и колготки, и штаны, и платьишки для беременных, это, конечно, здорово. Далее, очень меня удивил данный продукт, зубная паста, первый зубик с алоэ вера, то есть, когда у вашего малыша начинают резаться зубки, вы уже можете ему начинать чистить зубы, ну, это вообще круто. Это круто, я про нее тут, конечно же, все полностью прочитала. Марка Эксперт Фарма, это космецевтика, уже идет, да, и написано с алоэ вера. Бережный уход за молочными зубками и деснами в период прорезывания. Зубная паста обладает мягкой чистящей формулой, не травмирует эмаль. Экстракт алоэ вера помогает защитить десны от воспаления, безопасно при проглатывании, не содержит фтора, лаурисульфата, натрия. Способ применения. Небольшое количество зубной пасты нанесите на влажную щетину зубной щетки и деликатными штрихообразными движениями распределите по всей поверхности зубов. Чистите зубы в течение 2-3 минут. Ну, для грудничков там или для годовалых деток 2-3 минуты это попробуй-ка еще высиди. Она очень большая и, если честно, мне кажется, ее хватит на год, потому что маленький ротик, маленькие зубки, маленькая горошинка, да, зубной пасты. И мне кажется, мама один раз купит и все, и на целый год хватит. Вот. Далее, значит,
Кстати, сколько его можно открытым? 6 месяцев, да? То есть мама должна за полгода успеть израсходовать, да? Открытое 6 месяцев хранится. Далее. Такой вот детский крем для мамы и малыша с депантенолом. Депантенол я очень люблю. Честно вам скажу, очень люблю вот такой вот бальзам после загара. Частенько его заказываю. Открыла его еще в прошлом году на Шри-Ланке. В этом году я его сразу же взяла в Доминикану. Он охлаждает, успокаивает. Тут написано, что улучшает загар. Но самое интересное, он снимает все воспаления любого характера. Да, вот у него артикул 2056. И тут тоже вот как раз этот пантенол-то и входит. Мне кажется, да, тут идет витамин Е, масло чайного дерева. Вот, и как бы мне он очень нравится, да, я его даже привезла с Доминиканы сейчас и активно им пользуюсь, да, вот иногда после душа где-то какое-то раздражение. Тут у меня закончился крем после бритья от компании Faberlic, и я пользовалась этим молочком после загара, и ножки себя просто идеально чувствуют. Вот, значит, вот такой вот детский крем с депантенолом. Давайте посмотрим, он густой. Он густой, питательный. Смотрите, какой прям густой-густой. Прям видно, как он густой. Давайте посмотрим, долго ли он впитывается. Ну, в принципе, да, распределяется легко. Да. Запаха, ну, вообще практически никакого нету. Значит, что он делает? Он оказывает восстанавливающие действия, устраняет сухость и шелушение кожи. Депантенол увлажняет, препятствует проявлению раздражений и покраснений. Рекомендуется для ежедневного ухода. Ну, то есть помыли малыша и намазали. Я так понимаю, да? Вот такая вот классная вещица. 75 мл, артикул 1645. Поехалите с вами далее. Гель для подмывания. Вот эту вещь я ждала давно. Сейчас я пользуюсь тоже астронавтиком серии 0+. Там есть пенка для умывания, но я ее использую как пенку для подмывания. Я вам хочу сказать, что та пенка точно не щиплет слизистые, да, и дочка спокойно проводит как бы со мной время во время интимной гигиены. Вот. И вот эту пенку, я надеюсь, что она будет такая же. И тут так и написано: гель для подмывания младенцев с экстрактом череды и алоэ вера. Идеально подходит для интимной гигиены малыша. Мягкая pH формула не сушит кожу и не раздражает слизистые. Поэтому гелем можно пользоваться так часто, как это необходимо. Да, бывает у грудничков и поносик, и все такое. Да, то есть, как бы, конечно, лучше специализированное средство. Я считаю, что это очень даже в тему. И оно не маленькое. Оно идет 190 мл. Артикул 1644. Давайте посмотрим, какое оно. Да, то есть он просвечивает. Обычное средство абсолютно, абсолютно без запаха. То есть все, я его сейчас унесу в ванну и покажу девочкам, что теперь у нас есть такая штука. Да? Вот. Далее. Гель для купания для младенцев с экстрактом ромашки и депантенолом. Тоже вещь прикольная, но я ее заказывать больше не буду, потому что нам нравится гель для купания и пена для ванн «Астронавтик». Вот. Тоже он ничем не пахнет. Да, то есть обычный такой гель, обычно пенится. Вот. Гипоаллергенно также идет, 190 мл, артикул 1641. Но это совсем для грудничков, которые вот без запаха, без цвета, без вкуса, да, то есть как бы, чтобы не было никакого раздражения, плюс экстракт ромашки и депантенол. Да, груднички, у них вообще кожа нежная, ласковая. А далее, значит, идет комплекс экстрактов череды, лаванды, календулы для купания младенцев. Тоже интересно. Это я, наверное, буду еще раз заказывать. Аромат очень такой, ну, травяной. Мне кажется, что это будет успокаивать малыша перед сном. И дочку мою будет успокаивать перед сном. Она в ванной дури с мыльными пузырями. А потом я ей наберу новую водичку и капну туда вот эту вот череду.
и лаванду, и календулу. И мне кажется, что она будет очень сладко спать. Я даже сейчас буду это заказывать для своего 4-летнего ребенка. Артикул 1646, тоже 190 мл. Мне кажется, его надолго хватит, потому что запах такой насыщенный очень. Далее, присыпка детская, просто ради любопытства попробовать. Да, то есть так она открывается, так закрывается. Вот она, обычная присыпочка. Ну, для чего я ее взяла? Да, видите, тальком. Вот, для чего я ее взяла? Когда я делаю депиляцию, я смазываю ножки. Да, вот нашими полосками, когда выдираю волоски на ногах, то я смазываю, и покупала я аптечную. Да, сейчас буду просто покупать нашу. То есть заменила. Артикул 1647, 70 грамм. Ну, а так вы, наверное, знаете, что в памперс очень хорошо именно детскую присыпку. Тем более она идет с алантеином. Я думаю, вещь просто будет хорошая, классная. И у деток никогда не будет раздражения, как бы долго ему не приходилось в памперсе сидеть. Да, бывают такие ситуации, что вы только вышли гулять, только ушли подальше от дома, а ребенок уже навалил во штаны. Да, навалил в памперсе, и вы понимаете, что на улице холодно. И пока вы полчаса бежите до дома, попка уже может быть прям бордовой, красной, смотря какая кожа у младенца. Так вот эта присыпка, она как раз, я думаю, вас будет спасать. Далее, такое вот мыло, две штучки. Первое мыло — это с оливковым и миндальными маслами. Практически ничем не пахнет. Вот не знаю, измою на дочку. Больше, конечно, не буду заказывать. Ну, вдруг, если я рожать соберусь, то, конечно, буду заказывать. Вот, тоже 0+, с оливковыми маслами. Руки им еще не пробовала мыть. Написано, что не сушит кожу, ухаживает за кожей, да, то есть, ну, просто знаете, что такое мыло у нас есть, и его стоит попробовать. Артикул 1638. Вы знаете, вот честно вам скажу, что все, что от Эксперт Фарма, это вещь просто классная. Она работает на 100%, потому что это космецевтика. Значит, идеально подходит для нежной кожи малыша, образует мягкую пену, деликатно очищает кожу во время купания, не нарушая ее естественного баланса и защитного барьера. Мыло 70 грамм. Так, вот такое мыльце. Да, и второе мыльце, оно идет с экстрактом ромашки и чистотела. Тоже, кстати, вещь хорошая, тоже 70 грамм. Артикул 1639. Да, такое же вот мыльце. Вот. Ну что ж, и вот такие вот масочки у меня остались. Да? То есть первая маска это гелевая экспресс-маска для лица, лифтинг сияния. Подходит для всех типов кожи. На запатентованной гелевой основе получены из смеси растительных полисахаридов и сыворотки. Глубоко увлажняет, оказывает подтягивающее действие, делает кожу эластичной, наполняет влагой и сиянием. Вот вы знаете, все в один голос, и блогеры, и мои знакомые, все в один голос кричат, какая это классная маска. Я ей завтра воспользуюсь, потому что сегодня я пользовалась уже масочкой Excelsior, не знала, что мне придет заказ. Поэтому я и завтра воспользуюсь. Ну и, конечно же, сразу же побегу набивать ее в корзину, если у нее на самом деле такое крутое действие, которое говорят все. Прям, вы понимаете, все говорят, и как нет ни одного плохого отзыва. Мне, конечно, эта вещь очень понравилась. Гелевая экспресс-маска для лица, лифтинг и сияние. Артикул 1044. Вот такая вот новиночка у нас появилась. К сожалению, не смогла ее протестировать. Далее, вторая масочка, это артикул 1043, кислородная экспресс-маска, матирование и очищение. Тоже для всех типов кожи, то есть не только для жирной, она идет, говорят, что черная, да, вот, поэтому буду пользоваться ими с удовольствием. И вот тоже от Beauty Love идет укрепляющая маска патч для кожи век, которая подтягивает вокруг глаз, разглаживает мелкие морщинки. Ну, в целом скажу, что я это не пробовала, артикул 1089, но все маски для век у компании Faberlic имеют просто ошеломительный эффект, и
Айстрим масочка, да, то есть и Проликсир, вот эта маска патч для глаз и для лица, то есть вот я ее брала с собой в Доминикану и везде, и вы знаете, прям вот когда я ездила в Шри-Ланку, я не брала с собой никакие маски, я взяла просто крем, вот, но маска, я поняла уже на третий, на четвертый день, как мне не хватает масок для лица, да, и я приехала, у меня кожа была грубая, да, вот, то есть муж меня даже вот за руку брал, говорил: Аня, у тебя такая грубая кожа, а вот сейчас вот с этими масками для лица я прям чувствую, какая кожа стала мягкая, хорошая. Я когда приехала с Доминиканы после палящего солнца, мне не надо было что-то специальное восстанавливающее делать, как будто бы моя кожа была такая же, как до поездки. И для меня это ощущение очень ценное, и я теперь еще более убеждена, чем была убеждена до этого, да, еще сильнее убеждена, что наши маски — это просто супер находка, это просто прям восторг для любой женщины, потому что неплохих отзывов, ничего о них никогда нету, и причем девчонки прям пищат от восторга. Я думаю, что эти маски мне тоже понравятся. Вот, поэтому буду пользоваться завтра. Мне кажется, что две маски в один день, ну, просто нельзя. А для кожи 30 лет лучше делать, мне кажется, что не более трех масок в неделю. Вот, идеально будет две маски в неделю. Мне кажется, что так. Ну что ж, все. С вами была Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых видео. Мне пришло еще два пакета заказа, плюс пришли туфли от Юдашкины и так далее, и так далее. Буду обязательно про них снимать. Плюс я вам расскажу про аппарат Денос, который самый-самый дорогой, где входят и очки, и расческа там для волос какая-то электрическая, электроды все входят, да, еле в нем разобралась, еще, наверное, до конца не разобралась, но будем разбираться вместе. Хотя бы покажу вам, какой он, и я не видела про него отзывов на ютубе. Мой, наверное, будет первый. Ну что ж, все. Всем пока-пока. Приятно было рассказать вам про новинки и про свои впечатления.